15 миллионов рублей пойдут на развитие садоводческих товариществ. Минсельхоз распределил дачные гранты. Их получили 19 обществ. Это практически все, кто обратился за помощью. Деньги будут направлены на ремонт дорог, сетей, решение проблем пожарной безопасности. Так, на Потининских дачах грант в 2 миллиона позволит закрыть вопрос с ремонтом насосной станции. Ее постоянно топит, поэтому необходимо заменить старые насосы на новые. Также среди получателей общества, пострадавшие от весенних пожаров. Им средства нужны для восстановления инфраструктуры. Дачные гранты выдаются в республике больше 10 лет. Всего дачники освоили 120 миллионов рублей. В данный момент грант мы используем на восстановление водопровода, инженерных сетей. Потому что, ну как показало, что огонь не жалел ни железа, ни пластик, то есть все погорело. 15 лет назад у нас редкие дачи, где была энергетика, электричество, потому что провода в свое время нам металлом поснимали, поздавали. Сейчас это все восстановили. Есть вода, есть освещение, делаются дороги, и мы думаем о пожарной безопасности. То есть эти гранты позволительно направлять, в том числе для меры пожарной безопасности.